Спасибо большое. Молодежь эту выставку обязательно увидит, потому что 28 ноября здесь будет в музее проходить Московский областной межмуниципальный форум молодежный. Так что здесь будет очень много молодежи, и ее обязательно все увидят. А сейчас, дорогие друзья, я вам предлагаю ознакомиться с выставкой и продолжить свое общение за небольшим фуршетом. Спасибо большое, что вы все сегодня пришли на открытие нашей выставки. Спасибо. Спасибо.